4 ноября страна отметила День народного единства. По всей России прошли праздничные марши, концерты и митинги. Волгоград не стал исключением. Во Дворце спорта состоялся большой благотворительный концерт, в котором приняли участие национальные творческие коллективы из Волгограда, а также звезды российской сцены, группа «Рекорд Оркестр». Во Дворец спорта пришли тысячи волгоградцев, чтобы вместе со своими отметить День народного единства. Официальная часть торжеств включала в себя выступление главы Волгограда Андрея Косолапова, а также организаторов концерта, общественной организации «Дом дружбы» и Волгоградского областного благотворительного фонда социальной поддержки населения. Мероприятие длилось больше 2 часов. Все это время на сцене происходило невероятное. В завершение праздника зрители вместе с приглашенными гостями группы «Рекорд Оркестр» исполнили знаменитый и всеми любимый хит «Лада Седан Баклажан». Ну, «Лада Седан Баклажан! Лада Седан! Горный вулкан!»